20. С вашей стороны нужно ларьки поставить в метро. Давайте. Не, они ставим. Стоят. Те, которые стоят, ну не трогайте пока. Пусть пока. Ну, а если люди жалуются одновременно, дайте, да, то, что проходы заграждают, им мешают. Я обращаюсь через средства массовой информации. Я не могу в каждом районе с каждым киевлянином физически поговорить. Количество людей, записывающихся ко мне. Кабмин. Мы два раза приходили, ни разу. Вас на прием можно записаться, в принципе. Я в кабмине не сижу, я нахожусь в мэрии. Колоссальное количество людей жалоб. Когда вы наведете порядок? Когда вы уберете мафу? Мы превратились в Шанхай. Они говорят, у нас мало беспорядков, кроме вот этого. Вы сравните цены здесь и сравните в торговых центрах. Люди идут социальные через метро. Они не могут себе позволить купить помидоры по 100 гривен. Понимаете? Они идут здесь и берут, потому что здесь дешевле. Мы же работаем для таких же. Вот это, конечно, беспредел. Ко мне обращаются колоссальное количество людей. Почему к вам не те обращаются? Вот здесь вот поставить, здесь классное место поставить ларьки. Какие ларьки? Лучше поставьте для того, чтобы торговать. Чтобы дети занимались. Хорошо. Знаете что? Поставьте. С чего? Вот я вам даю. Поставьте. Вы видели фильм? Вы же умеете, это уже КФК вот это сделали. Вы же можете, правильно? У вас я понимаю. Кайф. Ледовую арену, чтобы любую ледовую арену построить. Ну, как Лужков в Москве сделал кофейные ледовые арены. Понимаете, они торговые центры. Смотрите. Ну, я понимаю. Для того, чтобы построить ледовую арену, нужно где-то примерно как минимум 50 миллионов американцев.